пятницу в Музее изобразительных искусств имени Александра Белого состоялось торжественное открытие выставки «Счастье с небес» популярной украинской художницы Евгении Гапчинской. На суд зрителей представлено 15 картин именитой мастерицы кисти. Главные персонажи всех ее работ – это веселые, розовощекие, кудрявые дети-ангелочки. В них проявляются некоторые особенности и ее личной жизни, и повседневной жизни, в общем-то, различных людей. Они являются в то же время таким себе синтезом ее личной фантазии и каких-то будничных мелочей. Допустим, то, что она родилась в многодетной семье военного, по-своему отображается здесь, даже в некоторых названиях этих работ. И такие некоторые моменты того, что эти маленькие ангелочки, непонятно, они то ли дети, то ли они взрослые, но они ведут по-своему свою сказочную, но и в то же время простую жизнь, как и у людей. Картины Евгении Гапчинской не несут тайных смыслов и сложных метафор. Все работы именитой мастерицы кисти наполнены добром и позитивом. Они, конечно, необыкновенные. Они, вот смотришь на них, и они вызывают хорошее настроение, позитивное мышление. Здесь нет никаких сложностей на них. Просто изображены дети, иногда с крылышками. У них умиленные такие личики, круглые головки. И сама Евгения Гапчинская, потому что я с ней разговаривала по телефону, она тоже говорит, что я не стремлюсь изобразить что-то сложное, что-то такое философское. Просто хочется, чтобы человек посмотрел на мои работы, чтобы у него поднялось настроение, чтобы он улыбнулся. И действительно, когда мы смотрим, мы улыбаемся. Открытие экспозиции Евгении Гапчинской в Черноморске стало настоящим подарком для многих жителей нашего города. На выставке каждый посетитель смог окунуться в сказочную атмосферу. У нее есть такое интересное как бы имя, которым ее обозначают в интернете – «Поставщик счастья». Вот она действительно такая. Ее картины кажутся предельно наивными, простыми, но в то же время они несут неисчислимое количество доброты, тепла, понимания, доверия. И вот в наше очень непростое время именно такое, наверное, искусство и нужно людям. Все любители творчества Евгении Гапчинской смогут посмотреть на «Счастье с небес» в Черноморске до конца октября.